Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем Независимости Эстонской Республики и желаю всем нам, чтобы наша страна была развивающейся, современной и твердо стояла на ногах. И мне кажется, для того, чтобы наша страна была успешной, каждый из нас должен внести свой маленький вклад в общее дело, в развитие нашего государства, своей активностью, своим трудом, своей каждодневной работой. С праздником вас!